Всем большой привет, с вами Раиль Арсланов. И добро пожаловать в хижину музыканта. Сегодня будем разбирать песню «Сумасшедшая» артиста LX24. Но прежде чем приступим, ребята, к разбору, хотел посоветовать вам канал моего друга Малдер Шоу. Это веселый паренек из Питера, который снимает юмористические ролики на очень актуальные темы. И, между прочим, для каждой из этих тем пишет новую песню в стиле Noise MC немножечко. Простые, искренние и приятные песни. И все это, между прочим, преподносится в очень-очень хорошем качестве, с хорошей камерой, с хорошей подачей, с микрофончиками и со всеми финтиклюшками. Ссылочка на данный канал будет в описании под видео. Переходите. С чего же, ребята, всегда начинается разбор? Правильно, конечно же, с кавера. Исполню кусочек теперь уже гитарного варианта на эту песню и сразу же приступим к разбору. Поехали! Наших дней, на что иду, поверь, я точно знал. Мама, я нашел свой идеал. Мы с ней пьем холодное винишко. Она для меня как браток, братишка. Просто так срубает напрочь мою крышу. Сумасшедшая, ты меня слышишь? Сумасшедшая, моя, моя. Сумасшедшая, моя, моя, сумасшедшая, моя, моя. Как и говорилось, ребята, два аккорда в этой песне всего лишь. Какие аккорды? Основная, опять-таки, тональность до минор. CM на третьем ладу, нижняя посадка. Аккорд формы АМ. Просто сюда указательный ставим. Самая распространенная тональность среди клубных песен. Как я уже говорил, следующий аккорд фа диез минор, FM. На первом ладу без фака получается. Пусть фак помогает зажимать первый лад указательному пальцу. Вот эти два аккорда чередуются на протяжении всей песни. Я пытался услышать какие-нибудь другие аккорды, но почему-то у меня не получилось. Ну, может, я глухой, но не суть. Сейчас на этих двух аккордах мы посмотрим данную песню. И давайте сразу скажу, кто хочет не париться, а простыми аккордами играть, то простые аккорды будут у нас здесь таковы. Аккорд АМ и аккорд АМ. И все чередуйте. Приступим к разбору, но будем основываться на оригинальные аккорды. Аккорд CM. Я начинаю вот проигрыш начала песни вот такой вот фигнюшечкой. На palm mute играю. Вот сюда поставил я ладонь. Вот ребро своей ладони. Ставлю вот сюда вот. На нижней пороже прямо, но слишком сильно вытаскивать не нужно, чтобы вот такой вот приглушенный рокерский звук получался. Смотрите, как звучит, если открытые струны, ну, в плане блокировки с правой стороны. А вот если поставить руку, вот, поэкспериментируйте, я прямо на нижний порожек поставил. И дальше играю бас. И воспроизвожу третью струну, и все это на palm mute приеме. То есть рука лежит здесь. И расслабляю левую руку после того, как воспроизвел третью струну, чтобы коротко прозвучал. Потом опять-таки дергаю бас, вторую и третью, и опять расслабляю руку. Ритм запоминайте. Па, пара, па, тара. Па, тара. Не забудьте расслабить два раза. Расслабили. Расслабили. То есть расслабили, да? Аккорд F. То же самое вытворяем. Дергаем шестую струну.
третью расслабили руку, потом шестую, вторую, третью расслабили руку. Только расслабить это не значит убрать, а просто расслабить, чтобы так ни одна струна не сдавала, чтобы звуки. Что-то у меня первый только легко издается, сжимается. Вот такой вот, чтобы звук был. То есть пальчики стоят, а никакого звука нет. Расслабил, а вот дожал, да? И все, играйте. И в конце, вместо третьей струны на аккорде FM, мы делаем удар. То есть... Понятно, да? То есть шестая, третья, шестая, вторая и хлопок, и пошел куплет. Ритм сохраняется, но немножечко наш перебор теперь меняется. Уже можно чуть-чуть, конечно, отпустить прием полмьют в правой руке. Вот так играть. А можно все-таки чуть-чуть приглушенно сыграть. Первый куплет я предлагаю. Ну, с правой рукой, ладно. Смотрим, какой все-таки переборчик здесь у нас. Дергаем бас. Потом третью, вторую струну вместе. Еще раз. Дергаем бас. Третью, вторую струну вместе. И делаем хлопок. Вот так сверху. Кулачочком ударяем. Потом опять бас. Третью, вторую вместе. Подольше. И потом только хлопок. То есть два раза те же элементы выполняем, только в этот раз прослушайте, как по ритму это все совмещать. То есть второй бас у нас не в тему, быстрее должен прозвучать, и предпоследний аккорд тоже должен дольше звучать. То есть... О, да! Аккорд FM. Еще раз C. Песня не имеет какой-либо партии для гитары, поэтому можете сами экспериментировать, хоть что вставлять. Можно не вторую, третью струну дергать, а первую, вторую и третью. И все, уже поете. Теряю голову, я рядом с ней. Она не кукла Барби наших дней. На что иду, поверь, я точно знал. А мама, я нашел свой идеал. Да? То есть один раз медленно нужно сыграть и понять, куда падает удар. Ну, конечно, для этого нужно раздрочить хорошенечко вот этот бой, чтобы он... не мешал вокалу, то есть когда вы поете, чтобы не сбивались. Теряю голову, я рядом с ней. Она не кукла Барби наших дней. На что, видите, все начинается позже. С аккорда C мы начинаем спустя время тоже. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот и все. Потом начинается, так скажем, бридж, предприпевная часть. Там играю уже вот таким вот боем. Если в самом примитивном виде он выглядит так. Делаем удар вниз, большим пальчиком можете провести. Потом вверх, хлопок, опять вниз, вверх, хлопок. Тот же самый бой, как мы вот здесь дергали, только уже более открытую играем. Вроде все понятно и легко, то есть вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок. Тут только ритм понять не нужно. Не нужно все ровно играть. Нужно понять, где что дольше, где медленнее.
быстрее нужно делать. Да? Вверх хлопок резко делаем. Вот и все. Мы с ней пьем холодное винишко. Она для меня как братишка. Просто так срывает напрочь мою крышу. Сумасшедшая, ты меня слышишь? Everybody, come on, hey! На аккорде FM в конце синим перед припевом. Простые удары вниз и расслабление руки происходит. И пошел припев. Сумасшедшая, моя, моя, сумасшедшая, моя, моя. По сути, тот же бой, который я только что показал, только его нужно чуть-чуть усложнить. Все удары вниз уже играем не подушечкой большого пальца, а ногтями вниз. Для начала давайте вот так выучим. Ногтями вниз, вверх, хлопок, опять ногтями вниз, вверх, ай, вниз, потом вверх и хлопок. Вверх я делаю большим пальцем, ногтями тоже. Вниз, вверх, хлопок. Очень много пауз там есть, да, ребята? Где тянется удар вниз. Так вот, между этими паузами нужно что-нибудь заполняющее вставить, что я и делаю на своих каверах. Что я сделал? Смотрите. Все вначале так же. Вниз, вверх, хлопок, вниз. Да, потом вставил вверх, вниз, вверх, хлопок. Ну, закончил, закруглил, да? Вот у нас основной косяк. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок. Вот большая пауза есть там. Еще раз. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок. И все. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок. И все, можете уже петь. В принципе, уже так же хорошо звучит, надеюсь, у вас получится. Но еще есть одна пауза после последнего удара вниз и перед переходом на следующий аккорд. Там тоже есть большая пауза. Вот я его, ее получается, эту паузу также заполняю ударами вниз-вверх. То есть вниз-вверх, хлопок, вниз-вверх, вниз-вверх, хлопок вот сделал, да? Все, окончательно. Потом добавляю вверх-вниз-вверх, когда перелетаю на следующий аккорд. Вверх-вниз-вверх, то есть вниз-вверх, хлопок. Вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Ну тут недалеко лететь, поэтому вполне можно успеть на одном аккорде все проиграть. То есть вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Все, вот раздробили наш бой, показал детально вам. Все нужно выучить по отдельности и соединить в одно. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. В темпе. Научитесь быстро играть, вот так же круто будет звучать. То есть рука вот такие вот движения выполняет, как будто бы танцует по струнке. Согласитесь, красиво, да? Ну и поете. Сумасшедшая моя, о, сумасшедшая. Yeah.
Ребята, на этом разбор будем закруглять. Благодарю вас за просмотр данного ролика. Надеюсь, у вас получилось разучить такую легкую песню, и вы будете лайтовенько так, клубненько играть теперь на гитаре данную песню. Что хочу сказать, ребята, давайте, если этот разбор набирает уже 800 лайков, то сразу выходит следующий разбор на более интересные песенки. Их уже у меня вот полно, я специально наготовил, подготовил, разобрал, и все это у меня уже сейчас имеется. Осталось только набрать 800 лайков, и сразу выходит следующий разбор и следующий кавер. Так что дерзайте, лето, ребята, короткое, давайте за лето выучим огромное число песен. И насколько быстро мы все это будем учить, зависит только от вас. Как набирается определенное количество лайков, сразу выходит следующий разбор. Давайте договоримся так, чтобы было. Да? Не забывайте, ребята, делиться данным роликом в социальных сетях, а также в комментарии оставляйте свои заявки на новые песни. Какие хотели бы вы, чтобы я разобрал? Фу, чуть не запутался. И еще одна новость в конце всегда, которую говорю. Я написал наконец-таки свой самоучитель игры на гитаре. С самого нуля я всех желающих обучаю играть до определенного уровня игры, чтобы вот все, что я исполняю, практически так же у вас получалось играть. Этот курс называется «Освоим гитару за 7 дней». Ссылочку вы найдете в описании под видео, и там вся информация, все можете об этом курсе прочитать, перечитать до дыр и, конечно же, приобрести. Там сейчас действует летняя скидка. Вместо цены 2205 рублей, теперь она стоит 1995 рублей. Дерзайте, с вами был Раиль, и до скорых встреч. Кстати, подписываемся, и там кнопочка тоже. А теперь вот пока.